самое, крестовой значит, захват. Значит, ты реально угрожаешь врагим? Я угрожаю, я прогиб. Прогиб, да. Если не идет, то это положение для броска через спину, да? Он, я, оп, он не идет. Не идет. Резко, здесь не надо сильно подседать, как некоторые делают. Я не делаю подседать. Не надо, товарищи. Я так. Хорошо, еще раз, хорошо, отлично. Хорошо. Там уже подготовься, да. Виктор, таз подготовил. Смотри, еще раз, смотри, смотри, кружит, грузит сюда, Виталий, смотри, развернись, вот так вот, развернись. Грузит сюда, а эту руку уже отключил ее наверх. Видишь, нет? В этот момент, вот. А в этот момент... Уже, а грузит сюда его, да. А потом, все, смотри, он увлекается уже, да. Он же, а да. Я тут, смотри. Переход. Оп. Опа, да. Жесткий, хороший переход. Руки смотри. Смотри, где руки, посмотри. Опа. Все время на уровне должны быть. Да, да, выше, да. Его плеч. Да, да, да. Потому что если я ниже, мне придется очень... Нужно на прогиб, да, заходить, все равно ты отключаешь его. Даже если взяли вас, чувствуете, возьми, вот момент. Здесь не надо просто терять. Да. Просто, смотрите. Оп, и вперед. Да. И он тебя уже расчат, он убегает. Когда я это движение сделаю, смотри, вот это движение. Ты в этот момент, снимай. Ты убегаешь. А. Ты же назад идешь. Этот момент, он потом плавлю.